Всем привет! Меня зовут Скретчи, мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня со мной Градус. Депутат Градус, ёпчу-кого! И Иванчелло! Всем привет! И это новый выпуск спидранера против охотников. Погнали! В общем-то, ребят, как вы уже поняли, сегодня выходит новый выпуск спидранера против охотников. И сегодня мы все стали ниндзя. Как вы уже заметили, я сегодня буду Наруто. Градус, кем ты будешь, депутатом? Я буду депутатом, нет, я буду вот, Нет, Какаши! Какаши-сенсей! Да, а Иванчелло у нас будет кем? Тарелка-головуха! Ты тарелку? Не та серия, ты Тобито. А я Тобито. Тоби, короче, смотрите, ребят, сегодня моя главная цель — это пройти Майнкрафт. Ваша главная цель — победить меня, чтобы я не прошел Майнкрафт. И мы будем использовать разные секретные техники, которые добавляют различные способности. Ну что, братья мои, вы готовы? Мы готовы, капитан. Так, ну что, ребят, дайте мне примерно 10 секунд для того, чтобы я свалил, и идите по моему следу. Вы меня никак не найдете. Дадим ему 10 секунд. Давай дадим ему 10 секунд. А зачем ты компас? Подождите быстрее. Кстати, у них есть компасы, но компасы не работают, но мы этот момент упустим, в принципе. Пусть нанюха ищет меня. Почему бы и нет? А что, ты уверен, что убежишь от нас? Все, поехали! Я умею прыгать быстрее! Как ты умеешь прыгать быстрее? Подождите, нет. Вот так. Не надо. Я кого-то. Ой, я их вижу. Подождите. Я чувствую запах. Чувствую. А что ты на меня рукой нападаешь? Давай по почке! Вы мне градус! Оружие совсем. Опа! Огненный шар! Ой, я промазал. Какой огненный шар? Подождите, какой огненный шар? Я думаю, ты не знаешь основной техники, чтобы убежать. Хочешь подскажу? Ребята, а у вас бывает такое, что компьютер просто не вывозит большие сборки и крутые шейдеры? Вот и я столкнулся с такой же проблемой. Я очень долго искал надежный и мощный ПК и наткнулся на HyperPC. Просто посмотрите на этих монстров с новейшими видеокартами GeForce RTX 30 серии. Больше всего мне зашла модель Volt. Выглядит круто, согласитесь. Максимальная надежность, исключительная мощность и новейшая графическая архитектура потянут любые игры с любыми настройками и дополнениями. Компьютер укомплектован видеокартами NVIDIA 30 серии. И графические ускорители гарантируют небывалый прирост производительности в компьютерных играх. Тут даже есть трассировка лучей, с ней можно насладиться главными хитами на все 100. И просто посмотрите, как выглядит Minecraft с RTX, это же просто жесть! Если это вас не удивило, то посмотрите на Cyberpunk 2077 на GeForce RTX 30 серии в 4К со всеми включенными настройками. Да, это круто. И если что, ссылочку я оставлю в описании. Я побежал заказывать. Техника, чтобы убежать, я думаю, это водяные клоны. Ты что, дурной, что ли? Нет, это техника подмены. А, техника подмены. Техника подмены. Оп. Я потерял его. Так, спасибо за подсказку, в принципе. Ой, у него тут столько клонов, я теперь бегу просто по клонам и вижу его. Нет. Я не понял, ты что, опять телепортируешься? Кто? Никто не телепортируется. Ты же не флэш теперь. Короче, Иванчелло, слушай, тут есть техника подмены, он просто подменяет вместо себя бревно и таким образом телепортируется, куда мы не видим, ну, собственно. Ну я вас потерял, пипец. Да, а где этот маленький чебурек? Я, в принципе, уже рублю дерево здесь, в этом огромном красивом лесу, и у меня все прекрасно, как хорошо, что вы меня не видите. Хочется, что нам вообще не нужны никакие ни броня, ни инструменты. Нам просто надо бегать за тобой. Да, а как мне Майнкрафт пройти? Мне-то нужно это добывать. Тебе-то нужно, вот это вся проблема. Так, ну да, в принципе, здесь очень много различных техник, огненные шары различные. Даже черную дыру можно сделать, которую мы сегодня обязательно сделаем. Кстати, по поводу черной дыры. Да, я должен тебя найти, поэтому. Ты хочешь черную дыру сделать? Да, почему? Погоди, что здесь черную дыру можно делать? Да. Так. Оп. Сейчас покажу, сейчас. Я, конечно, никогда не смотрел Наруто, но я даже не представлял, что можно черную дыру там замутить. Они что, прям в сериале друг друга засасывали? Да, прям так. Мне страшно, господи. Мне показалось, не их чей-то вижу. Получилось, я пустошитель планет! Где? Ну, посмотри в небо. Так, смотрю, пока ничего не вижу, знаешь, я далеко. Так, давайте посмотрим. Далеко, это меня смущает. Блин, как ты так прыгаешь, градус? На X и пробел. Да не, у тебя, наверное, ноги накачаны сильнее. Ну, возможно. Я бегаю много в своих летсплеях. Так, все, короче, я уже
тоже добыл уголечек, добыл на печечку, значит, ресурсиков. И мне сейчас нужно забабацать себе железную какую-нибудь кирочку или что-нибудь подобное, чтобы было все чики-пуки. Эч, где ты? Я не знаю. Как он по этим горам реально прыгает? Лапочка моя. Страшно, мне страшно. Так, ребят, ну что, на меня уже нападают какие-то тут непонятные ниндзя, которых нужно убивать. Так, 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 пошел отсюда, ЦВЦ. Огненный шар. Я вижу ниндзя, которые бегут по мою душу. Господи, нет, нет, нет. Нужно. Так, Иван, что, давай собираемся. Догоняем это скретча. Он размножился. Так, 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 так. Что делать в этой ситуации? Он не размножился, он клонировался. Отвлекли внимание просто. А, у меня же меч. Я просто на это смотрю, это такой трэш, господи. Опа, тут люди заспавнились. Опа, 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 опа. Опять бревнышко. Че там много бревнышек, вам так не кажется? Зачем я тебе подсказал? Вот зачем я тебе подсказал? Вот теперь просто бегающее бревнышко. Офигенная техника, е-мое. Оп, оп, здравствуйте, молодые люди, здравствуйте. Так, все, мне нужно сваливать быстрее, добывать себе хотя бы какую-нибудь железную броню там. Хотя зачем мне железная броня? Мне нужно железная. Меня сейчас твой клон убьет. Серьезно? А ты ударь его один раз, он пропадет миг. А нет, нет, какой-то не клон, а с него кан выпало. А, это нейтральный, он ниндзя, он ночью спавнится. Так, так, так. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Нет, 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 стена, все нормально. Живем, 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 живем. Ай-ай-ай. Блин, очень мало хп осталось в один момент, но в принципе, жив целый орел, все. Нифига себе! Нет, 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 нет. Помогите! Что у вас там творится? Помогите, так, С, Б, В, 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 С, В, блин, ай, промазал на одну кнопку. Путаешься. Так, до свидания. Оп-оп, живем, живем. Криперы везде взрываются. Господи, ребят, это самый эпичный спидран, который только был в моей жизни. Так, все, в принципе, здесь я немножечко чувствую себя в безопасности. Ненадолго! Ненадолго, в смысле, ненадолго. Кто ты там, черный дом? Чувак, С, Б, Б, В, Б, С, В. А ну-ка, опустошитель планет. Опустошайся. Это черная дыра? А я ее уже вызвал. О, я очень хочу на это посмотреть. Сейчас вызову. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вызову. О, вызвал черную дыру, ребят, смотрите. Смотри, я видел. Здорово. Нет, нет, нет. Как дырку... Убегай, убегай, убегай. Если он будет что засасывать, просто ЦВ жми, ЦВ. Нет, 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 нет. Оп, 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 живем, живем. Нет, ЦВ, ЦВ. Я нажимаю ЦВ. Я нажимаю ЦВ. Нифига не происходит, я в земле. Ну все, кому-то капут. А, все, у меня урон не наносится. Я в черной дыре, пацаны. В другой реальности, походу. Оно там все засосало. Ой, вот это жесть, ребят. Просто посмотрите на это. Я вижу, там ноги чьи-то болтаются. Пытаются. Меня не засасывает, да? Меня не засасывает, слава богу. Я просто телепортируюсь постоянно. Меня оно туда тащит, но не убивает. Хе-хе-хе. Блин, а еще косяк в том, что ночь, а я регенерируюсь очень медленно. Иванчелло. Ой! Лови! Водяной плевок! Какой водяной плевок? Не нужно никаких водяных плевков. Ребят, вы понимаете, что для того, чтобы мне просто пройти Майнкрафт, единственное, что мне нужно, это добыть немножечко железка. Я надеюсь, я его добуду, сделаю себе быстрее портал в ад, отправлюсь в ад и победю вас. Выиграю, я же все-таки Наруто, ё-моё. А Наруто побеждает всегда, понятно? Не-е-е, Наруто много раз проигрывал. Блин, зачем? Наруто победил только один раз. Там куча ниндзя, куча скелетов, какие-то ники ползают. Я вижу, он сзади, мы не туда побежали. Господи, где сзади? Меня нет сзади. Помогите, помогите. Все нормально, все нормально. Я, между прочим, уже вижу эндерменчика, на которого я бегу. А как его убить быстро? Подсказку. Бедный Иванчел, он полностью потерялся в этих лавинах. Так, а где они, где они? С, В, Б, техника Чидори. Чидори, ребят, Чидори, Чидори. На! Что за жесть? Компы залагали, скажи мне, пожалуйста. Да, компы, чтобы вас залагали быстрее. Господи, два сердечка, это очень опасно. Но я... пока. В смысле? Нет, 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 не надо пока, не надо пока. Да что ж ты такой быстрый? С, Б, Б, В. В, Б, С. Так, пожалуйста. Е, мультитеневые клоны получились. Ай, больно, кто-то под затыльник дал. Да, это я. А ты не поймешь, кто я. Где я? Я хоть тебе секрет скажу. Вообще, я знаю, как реально? Вот я путаюсь. Вот он под землю только что прошел. Как это вообще? Я вижу, вы настоящий. Беги за мной. Я потом расскажу секреты, Иванчелло. Секреты там какие-то. Понятно, понятно. Так, ладно, все, нужно сваливать. И где-то срочно нужно спрятаться и восстановить чакру, потому что чакры вообще нету нифига. Ни на что не хватает. Я только половину потратилась. Я даже на технику подмены тел не могу чакру тратить. Опа! Под затыльник дали. Нет! Я не помню других техник ЦБВБЦВ. Нет, какой ЦБВБЦ, блин. Не надо никаких ЦБВБЦ. Я хочу просто, чтобы тебя засосало в черную дыру. Не засосет, я далеко. Я убежал, я убежал. Почему? Мы рядом с тобой бежим. Знаете, в чем главный прикол? У ниндзя не тратится голод, они питаются солнцем. Так сейчас ночь. Я питаюсь луной. Че-то какую-то фигню сморозил. Ой, я вижу эту прошлую черную дыру. Так, подожди, подожди. Подожди, пожалуйста.
оказался, подожди. Пипец, пипец, чакры нету, помогите, господи. Просто, вы понимаете, я даже не могу восстановить чакру. Так, стойте. Так, ну что, ребят, я немножечко отрегенил чакру, чуть-чуть совсем, но в принципе этого хватит на первое время, пока на меня не напали. Так, 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 СБВ, о, водяные пули, СВЦ. Кого ты целишься? В тебя, на. Ха, получай, получай, оба. Если бы тут была заморозка, я бы тебя уже заморозил, скрыть. Ты меня заморозил, да? А ты меня видишь? По-моему, не видишь. Или видишь? Видишь, по-моему. Да нет, черная дыра, нет, нет, нет. Нужно быстрее сваливать, 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 пока меня не сосало. Я так надеялся, что ты протупишь. А что ты думал, я буду прыгать в черную дыру прям, что ли? Ну, я прыгнул. Я думал, мне алмазы дадут. Там прям написано видео было. Короче, да нет, я просто один раз Ваню затроллил. Я ему говорю, девушку-похитительницу, поженишься на ней, алмазный блок получишь. Он поженился, она его связала, и все. Нужно быстрее проходить Майнкрафт. Все, я побежал проходить Майнкрафт. До свидания. Блин, а че так чакра-то тратится? Ё-моё! Так, здравствуйте. А много применяешь? Да блин, сколько можно подмену делать? Так, мне нужно просто немножечко похилить чакру. Хилим чакру, хилим чакру. В принципе, я видишь его? Не, он где-то на шифте. Вот он сидит! Сидит! Так, все, меня потеряли. Пацаны, потеряли. Блин, да я столько раз тебя убил. Ребят, вы видели, что сейчас было? Просто это было максимально эпично. Так, опа, здрасте, здрасте. Клоны какие-то градусовские побежали. Ага, ага. Все, сейчас я тоже клонов научусь создавать. Давай. Вовремя, кстати. Сейчас книжу пару прочитаю. Я не вижу смысла использовать против него клоны, потому что клоны рассчитаны на драку, а он убегает постоянно. Это просто потеря чакры. Да, это ты будешь терять чакру каждую секунду. Ага, ага. А что для него будет самое эффективное? Дать ему трындюлей. Нет, на меня Иванчелло напал так. А, я понял, все, я понял, как определять. Я тоже понял, да. В смысле? Куда? Не надо никак определять. Я понял. Почему подмена тел меня не заталкивает под землю? Пожалуйста, под землю. Нет, не Иванчелли, под землю. Ага. Ой, нет, 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 нет. Черную дыру кто-то выпустил. Сколько ты будешь убегать, маленький тросишка? Так, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Здравствуйте, Градус. Привет! Испугался, да? Испугался. Так, короче, мне нужно сейчас какое-нибудь укромное местечко для того, чтобы переплавить железо, которое мне очень сильно нужно. Почему теневые клоны так тупо спавнятся? Опа. Градус пробежал мимо меня, и Иванчелло тоже. Блин, зачем я это сказал? Я сейчас клаву сломаю, отвечаю, я столько раз на X нажимаю. Так, 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 пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой-ой-ой, не получилось, нет? О, ты меч наконец-то, отлично. А, все-таки мечи нужны, да? Все, меня убили, меня убили. А, шутка. Нет. Опа! Идеально, идеально. Просто идеально, ребят. Ребят, но у меня для вас плохие новости. Я прямо сейчас уже все сделал, короче. Я в очень крутом месте. Тут какая-то деревня рядышком. Я про. Так, так, так. Главное, чтобы меня никто не нашел. А если меня найдут, у меня есть план Б на этот момент. Опа-на, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, так, так. И свали. Ой, градус! Нет, только не черная дырка. Ты тоже в этот же момент ее выпустил? Две черные дыры. Я по приколу сделал. Так все. Ну там сейчас будет жесть. Офигеть, посмотрите, мы столько новых планет с вами создали. Так, ребят, я наконец-таки нашел то, что мне нужно. Господи, ребят, я пройду совсем скоро Майнкрафт, вы меня не найдете, все будет в порядке, я надеюсь... Что он себе позволяет? Что это за беспредел? Майнкрафт он собирается проходить. Да вообще обалдел. У тебя вообще-то разрешение на прохождение Майнкрафт есть? Видеосъемка запрещена, камеру... Я показываю свой орден, смотри, все запрещено пройти Майнкрафт, ты его не видишь, но мне все равно. Что ты там? Что там происходит? Орден нарисованный. Так, ребят, смотрите, супер техника, бабам! Ничего не сработало, подождите. О, получилось, получилось! А что вы там... Я вижу его, я вижу его! Где? Никто не... Я тоже вижу! Кто, что произошло, загрузка мира, давай быстрее! Так, ребят, все супер, я в аду. О, крепость прям здесь! Давай! Бери вот это оружие, гунбай, классная штука. Гунбай? Я только что такую имбу сделал, а у меня ж ни оружия нет, ничего, блин. Так, ЦВБ. Так, а ну, буду тушить ифритов. ЦВБ. Ой, ЦБВЦ, блин, запутался. Так, пацаны, подождите. Не вижу его. Нет, не видите. ЦББ, ВБЦ. Пожалуйста. Во, давайте, убивайте всех. Куда вы прыгаете, дурачки, блин? Клоны нет. Так, ну, ребят, все, я под... Нет, чуть не умер. Все нормально. Жив целый орел. Вот, ребят, просто посмотрите, где я сейчас. Отсюда возможно выбраться? О, возможно. Так, ладно, мне нужно прямо сейчас добыть стержни ифрита для того, чтобы продолжить проходить Майнкрафт. И все было чики-пуки, очень круто. И прямо сейчас я могу
сделать очень крутую тему прямо сейчас, смотрите. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И оба, смотрите, смотрите, что сейчас будет. Пацаны такого точно не ожидают. Ребят, вы что, нормально там? Да, чай пьем с эфритами. А, чай с эфритами. Ну, сейчас начнется месиво, сейчас начнется очень круто. Знаете, что я сделал? Че? Я сделал опустошителя планет, черную дыру вызвать. Ой, мой клон сгорел. Мы тоже сделали, ну, я сделал, но он как-то плохо работает. Он, наоборот, строит блоки, а не разрушает. Че? Он реально, он ниоткуда не засасывает их, он просто строит их. Что случилось? Что произошло? А, нет, полтора сердечка. Я восстанавливаю чакру, никакого берега не знаю. Я просто выживаю в этом мире Майнкрафта, и все будет супер-пупер, я надеюсь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ага, ага. Братья там молодые бегают. Да, да. Еще один газ. Ой, нет. Я сейчас разбился. Обосрался и разбился. Ну, короче, как вы поняли, ребят, сегодня я попытался пройти Майнкрафт, но у меня практически ничего не получилось. Я, в принципе, был на верном пути. Я уже мог добыть волочки Эфрида и победить, но эти ниндзя оказались слишком сильные, потому что это как бы какаши. Нет, за что? Так это у меня получилось! Нет! Короче, ребят, я надеюсь, вам понравился данный выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, ставьте лайки. Ну, а с вами были Градус, Иванчелло и Скрэйч. Все ссылки в описании. Всем удачи и всем пока! Градус, местный депутат. Всем пока!